«Нане-нане-нане», говорит цыганка и просит позолотить ручку. Ну а почему ей верят, люди предположили жители краевой столицы? Ежедневно меняется мода, но покуда стоит белый свет. У цыганки со старой колодой хоть один да найдется клиент. В ожидании чудес невозможных постучится хоть кто-нибудь к ней. И раскинет она, и разложит благородных своих королей. Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Счастье в жизни подскажет гадание и нежданный удар роковой. Дом казенный с дорогою дальней и любовь до доски гробовой. Когда старые лягут конвейер, на платок по хромой по краям. И цыганка сама вдруг поверит благородным своим королям. Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди. Желают знать, желают знать.